Фестиваль «Музыкальный Олимп», как вы знаете, всегда открывает новые имена, и мы стараемся действительно привести тех международных исполнителей, у которых как бы нет шанса сразу попасть к нам в наши концертные залы и представить их нашей публике. И, но тем не менее мы не обижаем и наших исполнителей, которые завоевали самые высокие призовые места на международных конкурсах в этом году. Вот. В этом году я считаю, что у нас, как всегда, просто вот такой срез исполнителей разных, на разных инструментах, разных конкурсов. Но есть у нас конкурсы, которые всегда в наших программах. Это конкурс «Королевы Елизаветы», как вы знаете, конкурс «Мария Каллас». Несмотря на то, что у них проблемы большие с греческим правительством на сегодняшний день, тем не менее, у нас есть участники оттуда. У нас есть совершенно наши замечательные, традиционные уже друзья, скажем, это среди дирижеров, потому что как раз на концерте открытия 22 мая в концертном зале Мариинского театра у нас будет замечательный дирижер из Азербайджана Уюб Кулиев, который еще ни разу не дирижировал оркестром Мариинского театра. И мне кажется, что это очень молодой перспективный дирижер, который появляется у нас уже в четвертый раз, потому что он уже в четвертый раз где-то умудряется завоевать какую-то совершенно замечательную премию. Вот. И, вы знаете, фестиваль «Музыкальный Олимп», который, я считаю, что получает очень большую поддержку от Мариинского театра, тем, что мы имеем возможность каждый уже четвертый год практически делать открытие здесь с оркестром Мариинского театра в концертном зале, который, я считаю, на сегодняшний день действительно реально лучшим в стране по акустике и по атмосфере, по тому творческому заряду, который исполнители получают, музыканты. Я очень много слышала отзывов вот после концерта. Вот, но еще хотелось бы добавить, что, знаете, какая-то такая экспансия в мир на мировые музыкальные площадки, фестивали «Музыкальный Олимп», особенно вот в этом в последнем году, в сезоне 2011-2012, у нас с огромным успехом прошел концерт в Карнеги-Холл в Нью-Йорке, зал реально встал, что бывает очень редко, особенно в Нью-Йорке. Совершенно замечательно прошел концерт в Цюрихе в Тонхалле. Два новых фестиваля с участниками фестиваля «Музыкальный Олимп» — это в Британии в августе вот этого года планируется, и в Баку. Вот. Также планируется концерт в Бейруте, это мы уже проходим такой уже Middle East направление берем, и Сингапур, который вот у нас запланированный будет. Также Берлин, Берлинская филармония. Вот. А у себя дома, я считаю, что это у нас как бы самый большой фестиваль, потому что это у нас 8 концертов. А вот самое главное, я считаю, что у нас это, конечно, концерт открытия. И я очень надеюсь, что мы дальше будем продолжать наше сотрудничество, потому что для нас оно очень ценное.